ходе профилактических мероприятий «Железнодорожный переезд» сотрудники ГИБДД проверяли и обеспечивали безопасное движение на железнодорожных переездах. На территории города-курорта Анапа находится 8 железнодорожных переездов. В мае месяце проведена проверка состояния железнодорожных переездов с представителями ПЧ-23 стратегической дистанции пути, которые отвечают за железнодорожные переезды. По выявленным нарушениям составлено 6 административных протоколов на должностных лиц, ответственных за содержание железнодорожных переездов. Выданы предписания на устранение выявленных недостатков. Но на данный момент они устранены уже. Главной причиной совершения транспортных происшествий на железнодорожных переездах является нарушение водителями правил дорожного движения, а именно игнорирование запрещающих сигналов светофора и требования соответствующих дорожных знаков. Согласно статье 12.10 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение правил движения через железнодорожные пути влечет наказание в виде наложения административного штрафа либо лишения права управления транспортным средством сроком от 3 месяцев до 1 года.